Ребят, всем привет! 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 Сегодня воскресенье, мы желаем вам яркого солнечного дня, хорошей погоды. Ну а мы приехали на пейзажную аллею в городе Киеве. Честно говоря, нам последнее время походу везет, потому как предыдущее путешествие у нас было в парк Феофания, мы там пробирались через лес, то сегодня на пейзажную аллею мы пробираемся через гаражи. Нас навигатор вроде бы вел правильно и остановился. Написано пейзажная аллея, путь закончен. Вот мы оказались посреди каких-то гаражей. Уже хотели возвращаться обратно, но тут добрый местный житель нас остановил и сказал, что вы не первые, поэтому идите дальше. И вот сквозь гаражи мы вышли на красивую поляну. Здесь, походу, начинается эта пейзажная аллея. Хорошего вам просмотра, отдыхайте вместе с нами, отдыхайте лучше нас. И до встречи на самой аллейке. Ну и вот первое, что нас встретило на пути, это такие писающие мальчики разноцветные. Это арочка. Честно говоря, я не совсем понимаю эту скульптуру, но посмотреть можно. Имеем, что имеем. Вот такие вот мальчики. Ну, такая горка с шляпкой. От не знаю, кто помнит. Ну, такой домик с сыром. Привет! Привет! Я тут просто сижу. Ты там просто сидишь? Лапок, все, обколото, ободрано, жаль. Здесь за площадкой на тротуарной дорожке стоят эти подушечки. На подушечках у нас девица из фильма «Звонок». Ну, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Вау. Без комментариев. Ну, это, короче, принцесса, типа, на горошине. А меня? Такая нам по пути попалась интересная скульптура. Называется «Дождь». Реально прикольно. И человек, голова поднята в небо. Капля. Мама, привет. Привет. Так, а вот и скамейка. Качелька. Так, вот мы пришли на площадку. Это змеюка. Змея? Мама, идем. Да.
целый мон. Так, такая вот детская площадка. Так, Лида уже унеслась, мы посмотрим, что здесь есть. Черепашка. Красиво сделано. Смотри, какая черепашка, Лида. Видишь? А вон дракончик. Или это рыбка какая-то? Это рыбка. Какой-то мячик. А это жук, рогач. Интересно. А это такой крокодильчик есть. Паучок. Горка такая интересная, большая на самом деле. Какие-то лесенки, ходы, ходы, лесенки. Я люблю вот это. Да, вот пироженки, салатики. Так, это очередная горка. Она отдельная. Какая-то труба пожарная, что ли. Съехала. Яблочко не хочешь? Яблочко не хочешь? Смотри, какое большое. Ньютона похоже. Яблочко. Это Гриша стоит. Держись. Какие-то кристаллики. Ага, это вишенка. Если издалека посмотреть. Это вишенка. Тоже это слива походу. Ага, слива. Лида где-то в бубликах. Это не бублики, это как капельки воды. Наверху такие краники красивые сделаны, розовые. Такой синий, не воды, а крема. Короче, задумка: из краника течет крем и поливает вот эти кончики сладкие. А, прикольно. Там такая вот площадочка детская, прикольная. Это все горка, горка. Ну, в общем, интересно. Детям в самый раз. А можешь меня взять? Снимаю тебя, звезда. Съезжай. Съезжай. А вот это что? А это шарик такой, евро. Я душ.
шарики катаюсь, мама. Я на шарики. Это рыбка. В общем, ребят, такая прикольная площадочка детская. Да, и мячик такой скользкий. Я что ты говоришь? А, мячик скользкий. Да, он скользкий, а я слежаю. Да. И на мойку я посажусь. Так, площадочка огорожена заборчиком. Идем мы дальше по аллейке, потому что там что-то еще есть. Много чего интересного. Возле аллеечки есть такие очки. Походу это скамеечка. Ух ты. Да, это реально скамеечка. Такая деревянная. Присядем. И сидя на скамеечке, нам открывается вот такой вот вид. Классно. Мама, я так испугалась. Чего ты испугалась? Ты меня потеряла? Нет. Смотри, какая скамеечка. Садись, отдохнем. Да? Видишь, какой вид красивый отсюда? Далеко-далеко, высоко-высоко. Мама, что-то купить, я проголодалась. Ты проголодалась? Да. Сейчас пойдем покушаем. И вот мы отправляемся дальше с детской площадки. Видим еще одну аллейку или скверик. И там много всяких интересных вещей. И вот первое, что нас встречает. Ой. Такая вот скамеечка. Только намного. С подушечком, с пледиком. С подушечкой. С пледиком. Ну, посидеть, к сожалению, на ней нельзя, потому что там лужа. Жалко. И грязная. Здесь есть какая-то интересная табличка. Начав дома. И автор. Подарунок місту від Олени Мирошниченко. Прикольна така композиція. Так. Дальше у нас йде по площадка, опять подушечки. Здесь уже з более веселими девочками і детками, чем ми видели перед этим. Кольнушки, здесь девочка, там мальчик сидит. Душечки. Ой. Ого, ничего себе горка. Это да. Крутая горка такая, классная. Я бы сама на такой съехала. Ага, это Алиса в стране чудес. Все понятно. Классно, тут несколько входов на эту горку. Отсюда уже нарисовывается картинка. Чашка. С ручкой. Кролик. Чешуйчатый кот. Вот такая горка. Лида забралась на самый верх. Сейчас мы смотрели картину.
Сейчас пытаемся сфотографировать. Детям радости. Ты где там? Съехала? Ой, опять чуть не упала. Что ж такое у меня сегодня? Мама, целый день спотыкаюсь. Последний раз, хорошо? Давай, последний разик, идем дальше смотреть, что есть. Давай еще. Так. Соседство с горкой. Да, и такая вот композиция. Да, по идее это фонтан, но водички в нем уже почему-то нету. Мама! Я снижаю! Зебра. Мам! Это ты! Мама, я снижаю! Съезжай, ножки помоешь, кроссовки помоешь. Почему бы нет? Поедешь чистенько. Это фонтан? Да, это скорее всего фонтанчик. Да. Там кто-то мыльное шоу уже устраивает. Пузырики. Классно. Что у нас кубик Рубик. Круто, мы еще попали на шоу мыльных пузырей. Ого! Шарик улетел, да? Да! Ну вот, Лида, если что, голодная не останется. Лида. Ничего себе. Так, поднимаемся наверх на саму площадочку. Боже, сколько здесь всего интересного. Блин, уже четвертый раз потыкаю. Что ж такое? Кто-то меня ждет или кто-то ко мне спешит. Направо, налево, налево, направо. Это же такой фонтанчик. Уже без водички. Девочка на фоне. Там котик. Там котик. И котик. И котик. А если он просит, ты ему тоже должен дать. Конечно, не выдергивать. Направо у нас скамеечки. Мы туда дойдем. Так, здесь у нас тоже скамеечки. А, Лида уже занял. Ты в котиках спряталась? Это котик? Да, это котик. Так, у нас кубик Рубик. Кубик Рубик, кубик. Сейчас стена такая интересная. Ты нашла котика этого? Да. Он такой длинный. Длинная стена. Так, тут за углом оказался еще один котик. Ели Наташу в деревню, да? Малыш. Здесь красиво сделано из плитки. Обалдеть. Смотри на меня.
Очень красиво. Давай я тебя сфотографирую. Поближе сниму. И рисунки красивые, сделаны только из одной плитки. Очень красиво. Так, там за углом двор. Так, ну и здесь такие вот даже скамеечки. Там, наверное, кто-то сидит, но беспокоить не будем. А, вот это даже не из плитки, это из шариков стеклянных. Скамеечка. Здесь тоже такие дорожки. Арочка из винограда. Да, это ж виноград. Одела. Ну да, винограда нет, но очень похож. Потому что это какой-то дикий виноград, я не знаю. Так, кто-то там у нас под елочкой спрятался. Интересно, кто? Боже, я думала, это какая-то композиция, это мешок. А, отходи оттуда. Ты куда что-то выбросил. Ты думала, что Дед Мороз придет подарочки? Да, я думала, что там какая-то композиция под елочкой. А то мешок с мусором. Так, у нас еще такая красивая стенка. Смотри, баба. С птичками. Смотри. Лида, вот так ножками ходить нельзя. Знаешь почему? Потому что ты вот эту плиточку, камушки, оббиваешь. Это глазами надо смотреть. Сейчас отойду подальше. Прикольно очень стена сделана. Бордюрчики разные. Такое деревце. С птичками. Классно. Ну, друзья, сегодня мы прогулялись по пейзажной аллее, было достаточно интересно. Впечатления остались очень приятные. Разнообразие, что-то такое необычное. Очень интересные горки, интересные скульптуры, которые созданы из мелкой плитки или стеклянных шариков. Да. Неплохая природа здесь, красивый вид. Вот, достаточно интересно. Приезжайте сами, привозите своих деток. Поверьте, вы останетесь довольны. Ну и до следующих встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте оценку, пишите в комментариях, задавайте вопросы. Мы будем рады общению с вами. Всем пока! Пока! Пока!